Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 433 человек. Заболели 389, 13 из них в тяжелом состоянии. В республиканской инфекционной больнице скончался житель Питкяранты 1979 года рождения. Мужчина имел сопутствующие хронические заболевания. Всего с начала пандемии в республике от COVID-19 умерло 118 человек. Команда детского технопарка «Кванториум Сампо» разработала беспилотник, перевозящий ковидные мазки. С этой идеей команда прошла в финал всероссийского конкурса «Квантариада». Петрозаводские спортсменки взяли бронзу на первенстве Северо-Запада России по волейболу. За медали боролись команды Калининградской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Ярославской и Новгородской областей. Скульптуры на набережной Петрозаводска оснастили QR-кодами. Теперь туристы смогут без помощи гидов больше узнать о достопримечательностях столицы Карелии. Таблички с описаниями уже есть у двух арт-объектов – «Волна дружбы» и «Рыбаки». Жителя Ледмозера 5 раз ловили и 2 судили за езду в пьяном виде. В результате суд отправил рецидивиста в колонию строгого режима на 2 года и 10 месяцев и запретил 3 года садиться за руль. РЖД запускает рельсовые автобусы «Орлан» по маршруту Петрозаводск – Горный парк Рускеала – Сартовала со 2 по 9 января.